Трамваи и троллейбусы, как удобный и экологически чистый транспорт, до сих пор остаются очень популярными среди нижегородцев. Первый регулярный электрический трамвай появился именно в нашем городе. Как и любой другой вид транспорта, он не застрахован от ДТП, и на него также распространяется закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. В случае аварии страховка покроет ущерб, нанесенный как пассажирам, так и владельцам поврежденных транспортных средств. В Нижегород электротрансе об этом знают, только получить новые полисы пока не получается. Конкурс по выбору страховщиков с осени 2017 года проводили 5 раз, и ни одна страховая компания на него не заявилась. В итоге часть подвижного состава сегодня не может выйти на линии из-за отсутствия страховки, а у тех трамваев и троллейбусов, что перевозят нижегородцев, она вот-вот истечет. Очередной конкурс назначен на 15 февраля. Городские власти внесли изменения в условия его проведения. Закупка ОСАГО мы совместили с страхованием пассажиров и в едином конкурсе проведем данную закупку, которая с экономической точки зрения заинтересует страховые компании. Вопрос остается один. Как электротранспорт будет работать до конкурса и заключения сделок? В администрации заверяют, что в городе сейчас хватает трамваев и троллейбусов, чтобы в нормальном режиме перевозить пассажиров. В парке почти 500 единиц подвижного состава, а необходимое количество около 280. Но если водители все же отправят в рейсы без ОСАГО, их будет ждать штраф от ГИБДД. Правила едины для всех. За нарушение требований законодательства об обязательном страховании от гражданской ответственности, в общем-то, никаких исключений не предусмотрено, в том числе ни для электротранспорта, ни для пассажирского, там, ни для общественного и так далее. А по статье 12.32, по части 2, управление таким транспортным средством влечет наказание в виде административного штрафа 800 рублей на водителя и на собственника транспортного средства. Отвечать за возможные последствия работы без полиса в случае ДТП и выплачивать компенсацию пострадавшим будет Нижегород Электротранс. Правда, сколько времени тогда займут разбирательства – вопрос открытый. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, Илья Васенин. Столица Нижней.